Эти картины русской природы ожили в пейзажах Аполлинария Васнецова, в «Алёнушке» и не менее знаменитой картине «Иван Царевич на сером волке» кисти Виктора Васнецова. Художники находили вдохновение здесь, в милом-милом Ряболе, как называли братья Васнецовы, село, где прошло их детство. Род Васнецовых один из старых и многочисленных на Рябовской земле. В этой большой семье были и сельские учителя, и ученые. Из шести братьев Васнецовых двое стали выдающимися русскими художниками. В их честь и открылся в селе Рябово Кировской области государственный дом-музей. Прежний облик приняла бывшая кухня, где братья Васнецовы слушали сказки Стрепухи и повествования бродячих людей, которые, по их воспоминаниям, заставили на всю жизнь полюбить прошлое и настоящее народа. Реставрируется двор усадьбы. Она должна принять тот вид, какой имела полтора века назад. Сотни жителей села и окружающих деревень, гости из различных городов страны собрались на торжественное открытие мемориального дома-музея Васнецовых, приуроченное к 125-летию со дня рождения Аполлинария Васнецова. Открывая экспозицию, ленточку перерезает сын художника, Всеволод Аполлинарьевич, известный ученый-полярник. Первые посетители знакомятся с жизнью и творчеством замечательных русских художников. В этом селе, в этом доме братья Васнецовы учились не только рисовать, любить свою родину, Россию.